Внимание, обнаружена халява. Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании. Также написать хороший комментарий плюс свой ID и нажать на колокольчик. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы проведем небольшой эксперимент. Мы узнаем, сколько я получу опыта, если я буду убивать каждый раунд всю команду только с одной гранаты. Ну что же, ребята, можете заходить, и сейчас будет мясо. Так что, пожалуйста, поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Так, ребят, жду всех на А. Я уже на А, смотрите как надо. Кому я стрельнул в голову, вы все, ребята, берете и становитесь в этот угол. Ну что же, подходите ко мне, буду стрелять, только аккуратненько, чтобы никого не убил. Опа, пошел килл. Дальше, только не двигайся. Оп, пошел. По всем попал, все окей? Пацаны, кидай гранату. Смотрите, чтоб умерли все, давайте. Максимально близко к этой гранате все подходите, давайте. Давайте. О, да, детка, вот это мясо. Ха-ха, вот это то, что надо. О, да, детка, вот это мясо. Первый раунд, все пошло по плану. Ребят, просто кто не знает, мы переснимаем уже часа два, наверное. То есть на это видео пошло очень много сил, поэтому обязательно поставьте огромный лайк и напишите любой хороший комментарий. Так, ну что же, покупаем еще одну гранату и делаем все точь-точь то же самое. Итак, 7 раундов подряд. И потом мы проверим, сколько я получу опыта. Очередь, опа, перепошел, прошел, стреляю всем ровно по одному разу в голову. Так, о, дальше, опа, блин, ничего себе, даже не играет. Теперь точно так же кидаю гранату, и вы все должны умереть. Давайте, ребят. Пожалуйста, все умрите. Да, детка, вот эта пушка. И раунд номер 2, я опять всех убил с гранаты. Ну что же, раунд номер 3. Лучше присядьте все. Давайте, кидай гранату, пацаны, давайте, желаю вам всем умереть. И гип-гип, ура! Опять все умерли. О-хо-хо, как вы смешно умерли. Ребят, а вы, пожалуйста, напишите ваше мнение, вот прямо в эту секунду поставьте видео на паузу и напишите, как вы думаете, сколько опыта я получу? Вот прямо в эту секунду напишите снизу в комментариях. Так, ну что же, поехали, ребят, укольчик, оп, тебе укольчик, так, кому еще укольчик? Так, в очередь, укольчик, опа. Салют! Опа! Минус все. Нормально. Смерть. Да, ребят, это мясо. Нормально. 4-0. Счет 36-0. Да вы что? Вот это я скилловый. И все туда, все в кучу. По всем попал, пацаны. Ловите подарочек на Новый год от Кента ПК. И, чувак, слезь, чувак, сверху слезь. Фух. Ништяк, все умерли. Блин, ребят, я пересрал, потому что там была пирамида с 3 людей, я уже думал, что верхнего не убьет. Но, ребят, лучше так не рискуйте. Так, ну что же, идемте дальше. Изи фарм опыта, кто-то пишет в чате. Да, ребят, это изи фарм. Но для этого изи фарма надо иметь 250 000 подписчиков на ютубе. Так, ну что же, опять жду всех на А. Нам осталось буквально сколько? Буквально еще пару раундов, и уже мы узнаем, сколько я получу опыта. Ну а вы, ребята, пишите в комментариях, сколько я получу опыта. Вот как вы думаете? То есть в прошлый раз я получил 3500 опыта. Сколько опыта будет в этот раз? Так, аккуратненько, чтобы два раза. И опять сейчас будет фейерверк из людей. Пиу, опа! Пиу, опа! Лайк плюс подписка равно большая писка. Да, ребят, это правда. Так, по всем попал, пацаны. Давайте по-быстрому уже доснимем данное видео. И да, детка. Ну, чувак. Блин, ну ладно, вы этого не видели. Нормально. Продолжаем дальше. И тебе голову. И давай туда в кучу. Ну что же, прямо в эту секунду мы узнаем, сколько я получу опыта. Ну что же, гип-гип, ура, поехали. И момент истины. Фух, пожалуйста, лишь бы больше, чем прошлый раз. Лишь бы больше. Смотрим. А ну-ка, сколько опыта я получил? 3550, офигеть!
Ребята, я получил ровно на 50 опыта больше. Я просто в шоке. Ровно на 50 опыта больше. Просто офигеть. И смотрите, остальные игроки тоже получили за хорошую игру, за удачу, за хорошую игру. Я в шоке. Они вообще никого не убили, но они получили награждение за хорошую игру. Я просто в шоке. Как такое возможно? Но, ребят, вы должны за это поставить огромный лайк, написать хороший комментарий и подписаться на мой канал. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!